Это групповой этап арктического благотворительного турнира по волейболу «Кубок губернатора Ямала-2023». Сборная «Газпром-добыча Ямбург» традиционно в числе участников. В этом году 32 команды со всего округа внесли пожертвования в фонд Ямины на лечение тяжелобольных детей. Спорт в помощь. И первая встреча для нас с Уренгойдорстроем. Они давние соперники Ямбурга. Лица знакомые, а вот розыгрыши всегда неожиданные. Уже в первые минуты наша сборная вырвалась вперед и сохранила отрыв в очках до конца. Матчи турнира предполагают игру до двух победных партий. Эта встреча закончилась быстро. Наши уверенные 2-0. Настрой сегодня был такой боевой. Начать турнир с победы – это всегда хорошо. Задел на будущее. Будем дальше биться, выигрывать. Сценарий следующей встречи похож на предыдущий. Наша сборная не уставала подавать. На этот раз команде «Ночные совы» 2. Табло показывало 18-3 в первые 10 минут матча. Сборная администрации Нового Уренгоя старалась сдерживать атаки. Но ямбургские спортсмены не дали шансов сопернику. Снова победа в двух партиях. Сегодня у нас очень хорошо отыграло нападение. Очень мало ошибок мы допустили. Блока практически не было. Этот элемент мы отработали. В третий раз волейболисты общества вышли на площадку спортивно-оздоровительного комплекса против сборной Ачимгаза. Здесь уже пришлось попотеть. Запомнились долгие розыгрыши и частые блоки, а также досадные ошибки со стороны обеих команд. Приятно было то, что в этом круговороте пасов, аутов и подач наших спасала взаимовыручка. Главное не остановиться играть, не опустить руки. Если кто-то ошибся, то его поддержать. Если это был какой-то, допустим, нападающий удар, то пасующий старается второй раз в очередной атаке дать тому же, чтобы человек как бы придал себе уверенности, забив следующий мяч. С Ачимгазом наши спортсмены повторили старый добрый 2-0 в свою пользу. А вот в борьбе за выход в полуфинал сыграть с таким же счетом уже не получилось. На площадке сильный соперник – команда Надымского района. Этот поединок стал самым зрелищным и напряженным на всем групповом этапе. С минимальным отрывом по очкам каждый из команд взяли по одной партии. Команда «Газпром-добыча Ямбург» в отличной форме. Мужчины показывают сплоченность, достойную игру, поэтому я думаю, что у них есть все шансы на выход в полуфинал и финал. Третий сет стал решающим. Упорная борьба проходила под громкие овации коллег. Группа поддержки не сдерживала эмоций, в отличие от спортсменов. В итоге наша сборная сильнее – 15-10. Впереди полуфинал благотворительного турнира во Дворце спорта «Звездный». Соперники – команды, тоже занявшие первые места в своих подгруппах. Ждут новых побед. Юлия Надрага, Алмаз Абдельманов, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой.